Жажда риска – вещь необъяснимая. В последний момент я посчитала, что моя жизнь для меня важнее, чем его. Так же, как и чары роковой женщины. Занимались сексом на скорости 100 миль в час? 110. Незабываемое ощущение. Сопротивление бесполезно. Могу поспорить, что вы тоже любите рисковать, верно, доктор Класс? Она уже знает все твои слабые места. Только собственная смерть может ее остановить. Шерон Стоун в триллере «Основной инстинкт 2. Жажда риска» на Хит ТВ.